руководителя да позовите. Я вам сказала, четвертый этаж председатель суда. Сюда позовите. Я вам еще раз сказала. Ты что, бегать будешь? Я вам еще раз говорю, четвертый этаж председатель суда. Подойдите, приставы, пожалуйста. Руководство позовите. Говорю. Я вам еще раз говорю, четвертый этаж председатель суда. Ну, у нас вот здесь ситуация опять конфликтная. Я вызываю сотрудников полиции сейчас. Как обычно, в общем. Так, спокойно. Значит, объясняю. Поданы документы. Отказывается ставить подпись о получении документов. Нарушает инструкцию о делопроизводстве в районных судах. Номер 36. Говорю, позовите председателя суда, научит ее, как надо знать инструкцию о делопроизводстве. Специально провоцирую скандал. Значит, на данный момент либо она ставит, подпись, я фотографирую и ухожу. Либо мы дожидаемся полиции. Вот тогда здесь дождитесь, вот, пока другие люди пусть зайдут. Вы здесь дожидаетесь приемной полиции. Я не решил вопрос. Мы вопрос не решили. У вас приняты ваши документы. Вы не приняли, вы не зарегистрировали, я как положено. Я зарегистрировала в базе. Подпись поставьте, для того, чтобы поставила входящий номер, поставила свою фамилию. Решим, напомню, что решим. Да. Прошу. Председателя можно увидеть? В среду с 10 до 12. Нет, сейчас он здесь. Есть кто решает организационные вопросы? С 10 до 12. Кто организационные вопросы решает? Я понятия не имею, кто в суде решает. А почему она командует? Она кто? Человек, она почему вами командует? Нами она не командует. Ну, тогда почему она говорит, что вы потому что мы смотрим за установленным порядком. Порядок мы не нарушаем. Мы пришли, хотим подать документы. Мы хотим, чтобы... Так их приняли документы. У вас приняли. Зарегистрировали. Нет. Приняли это, когда поставили соответствующие отметки, чтобы у меня были доказательства о том, что приняли. Какие доказательства у вас? Я сказал, какие доказательства. Подпись свою поставьте, должностное лицо, подпись поставьте. Где здесь вот графа подпись? Где вы видите? Да не графа нужна, инструкцию по делопроизводству изучайте. Розова, или как вас там по фамилии? Уважительно обращайтесь. А что, фамилия Розова это неуважительно, что ли? У вас интонация неуважительная, Владимир. А что мне еще не так? Вы сами это знаете. А вам не нравится, как она вообще общается со мной? Я пока сюда зашел, слышу, как вы общаетесь. Тогда просто давайте ожидать. Пока не придет руководитель и не решит за нее этот вопрос. Вы видите, я вызываю сотрудников полиции. Да вызывайте, ваше право. На пустом месте его скандал делать. Хорошо, это без проблем. Вы делаете на пустом месте скандал. Да подпись поставить достаточно. Подпись поставить. Подпись поставить. Более того, что мы можем попросить время. Каждый раз, когда вот вы приходите, вы доводите всех здесь. Так подпись поставьте, в чем сложность? Я сейчас инструкцию посмотрю. Что давайте? Указывайте. Не мне указывайте, давайте, пожалуйста. Я вам указываю соблюдать правила. Я тебе говорю, отстань от меня. Не те, не тебе, а вам. Отстань. Владимир Владимирович, не приставай. Предупреждаю вас о правилах в суде. Здесь необходимо соблюдать правила. Ну, так предупреди вы своего работника. Вы обязаны уважительно относиться я к работникам. Я очень уважительно суда, отношусь к тебе, очень судебным уважительно. Судебным приставам в том числе. Ты что от меня хочешь? И если вы будете нарушать правила, на вас будет составлен протокол о административном правонарушении. Составляй. Составляй, сейчас мы эту ситуацию раздуем. Раздувайте вашу. Ну да хочу проблему, подпись поставить, давно уже ушли. Мою подпись поставить? Вы мне зачем про подпись мне говорите? Алло. Ну просто скандал на пустом месте делаете. Вы просто не знаю. Его делаете, у вас приняли документы. Открывайте инструкцию по делопроизводству. Будем изучать на месте. Я лично у вас принимала документы. И я ставила точно такие же отметки. Единственное, что там было время еще указано по вашей просьбе. А сейчас вы подпись. Хотите. Если вас просят поставить подпись, если просят поставить время, вы обязаны это сделать. То, что меня просят. Я могу сделать то, что не просят, хорошо, требуют. Здравствуйте, не могу дозвониться до полиции по телефону 102. Примите, пожалуйста, заявочку. Город Мурманск. Проспект Ленина, 54, Октябрьский районный суд. Помощник судьи Розова отказывается предоставить документы, подтверждающие регистрацию нашего обращения в суд, а именно искового заявления. Что? Какие документы? Все, не реагируйте, пожалуйста. Не делайте. Да. Мамаев Владимир Владимирович.
На первом этаже, где находится приемная, где принимают документы. Я не могу просто покинуть, потому что помощник судьи отказывается ставить свою подпись в подтверждение, что он принял документы. Да. Спасибо. Хорошо, хорошо, спасибо. Угу. Так, слышали, да? Вызвал, я буду дожидаться. Так, смотрите, все происходило в присутствии заявителя. Я на данный момент оказываю юридическую помощь. На данный момент доверенности нет. Давайте сделаем так, я вас отпускаю. Дальше все вопросы я решу уже самостоятельно с сотрудником полиции. Все. Все. Удачи. Ага. Вы же в курсе, что пока вы дожидаетесь здесь, нельзя принять других граждан? Со мной вопрос не решен. Просто подпись поставить. Ну, я правильно понимаю то, что вы сейчас ожидаете сотрудников полиции, верно? Я сейчас ожидаю сотрудников полиции и жду, когда помощник судьи ознакомится... Слово подающее исковое заявление, цитирую, и другие материалы через приемный суда может представить дополнительную копию вышеуказанного документа, на который по его просьбе ставится дата и указывается фамилия лица, принявшего документ, после чего возвращается заявителю. На расписке готовы написать, что вы получили документ с вашей подписью? Какой расписки? Ну, расписки. Ну, какой расписки? Ну, обычно, когда документы выдают, дают расписку. Давайте необычно, да? Мы читаем инструкцию, на которую вы мне сослались. Пункт 2.10. Вы готовы мне дать копию искового заявления, на котором я поставлю свою фамилию, входящий номер, дату? Тут даже про время ничего не сказано. Там есть сказано. Ну, скажите, какой пункт? Я сейчас не готов вам сделать даже копию. Вы сослались, что я должна свою подпись поставить. Ну, вы скажите, где? Может, я не права? Вы, если принимаете, вы должны свои реквизиты указать. Так я вам указала реквизиты, я вам написала свою фамилию, моя должность там стоит, входящий номер, ваше исковое уже зарегистрировано. Я могу вам даже написать вам объясняю, сейчас бывают такие случаи, чтобы у вас уже номер дела было. Подождите, я вам сделаю, чтобы у вас был номер дела даже. Не дело, а номер материала. В базе ГАЗ правосудия, откуда он не может даже удалиться. Я тоже не могу свою подпись, это не из-за того, что я вредничаю. Но я не Почему могу ее ставить везде. Почему вы не можете? Потому что ничем не предусмотрено. Как я поставлю подпись? Вы принимаете документы, да, вы должны отвечать. Да, я ставлю свою фамилию. Согласно, что, пункту 2.10. Может, вы чужой штампик поставили? Какой чужой штампик? Я не знаю, вы мне паспорт не предъявляли. Максимум, что я могу предъявить, что вот есть штампик и вот есть подпись. Я вам объясняю, что очень много случаев у меня было, когда пропадают документы. Понимаете, пропадают. И я потом не могу найти виновного, потому что нету подписи. Кто принял, кто что сделал, нету этого. Я вам еще раз говорю. Пункт 2.10 инструкции судебного департамента, на который вы ссылаетесь, что я обязана поставить подпись. Давайте зарегистрируем сразу в базе ГАЗ правосудия. Мне достаточно, чтобы был входящий номер, ФИО и должность лица, получившего документ и подпись. Вы не слышите? Вы расписку можете сделать. Не обязательно на копии мне писать. Вот смотрите, когда получает кто-либо, допустим, я решение суда то получаю, так, я пишу на расписке. Давайте я поднимусь к председателю. Хорошо, давайте. Уточните. Хорошо. Вот я вам сразу изначально это предлагал сделать. Скажите, пожалуйста, председатель, что вам в итоге сказал? Я вам поставлю подпись. Хорошо. Давайте я сфоткаю быстренько, я пойду, чтобы уже нет. Дай. Все, спасибо, до свидания. Здравствуйте. Вы могли бы отменить заявочку, делал через 112 Мамаев на проспект Ленина 54, Октябрьский районный суд. Конфликтная ситуация разрешилась, все нормально, так что обойдемся без сотрудников полиции. Да. Угу, спасибо, до свидания.